Лишь 17 депутатов Одесского горсовета общаются с избирателями в интернете. Еще 6 депутатов не проводят даже приемы граждан. Такие промежуточные результаты аттестации депутатов огласили представители Комитета избирателей Украины. Также, по их словам, 7 депутатов не обнародовали свою биографию для общественности на официальном сайте горсовета. Сейчас аттестация охвачена не только Одесский городской совет, областной совет, советы в Одесской области, а и еще 7 городских советов в других областях. Это Львов, Краматорск, Черкассы, Херсон, Сумы и Днепр.